На одной из площадок ВЭФ развернулась целая арт-галерея. Делегация Кемеровской области презентовала свой регион – Кузбасс. Таким необычным способом. Десятки картин, скульптуры, а также творческие сюрпризы собрала в себе экспозиция «Время быть первыми». На вернисаже «Арт Кузбасс» экскурсию провела известная российская актриса Алена Бабенко, которая, к слову, родом из Кемерово. Шахтерское дело, например, коснулось лично моей семьи. Мой дядя Владимир Баранов, он был директором шахты «Северная». Он работал. Мой брат тоже спускался в шахту родную. Он учился в политическом институте. И мы знали, что это такое, по его рассказам. Потому что это не просто работа, это работа, которая всегда связана с риском для жизни. Арт Кузбасс выполнен в виде горы. Это символ природных богатств и мощного индустриального потенциала региона. Представлено несколько экспозиций, посвященных агропромышленному комплексу, химической промышленности, добыче и глубокой переработке черного золота, туризму, развитию культурного кластера. Более 70 картин кузбасских художников показывают красоту природы Кемеровского региона, жизнь рабочих. Выставку дополняют скульптуры Валерия Трески. Своими работами порадовали и фотографы. Идея представить регион именно в формате арт-галереи принадлежит руководителю Кемеровской области. Я захотел, чтобы мы поддерживали всячески художников, развивали эти выставки художников, скульпторов, тем более, что у нас есть чем гордиться, есть что показать. Там и возникла идея, чтобы во время форума было представлено наши художники, и это была бы изюминка форума. Подарок приготовила и Алена Бабенко. Кроме экскурсии, она представила участникам и гостям ВЭФ свой новый кинопроект «Мотылек», где исполнила главную женскую роль. По словам актрисы, участие в открытии арт-галереи для нее важно вдвойне. Теперь уже самое главное, что это не только промышленный регион, но и там потрясающие люди, которые создают удивительные произведения искусства. Для меня это особенно ценно лично. Объясню почему. Потому что мой двоюродный брат рисовал картины, моя двоюродная сестра рисовала картины. Кузбасс показал Приморью свою индустриальную мощь, величие сибирской природы, самобытность коренных народов, героев труда. Ведь именно это отражает арт-галерея «Кузбасс. Время быть первыми». Добавим, проект уже принес свои первые плоды. Кемеровский областной музей изобразительных искусств и Приморская государственная картинная галерея заключили соглашение о долгосрочном сотрудничестве. А это значит, что совсем скоро Кузбасс вновь будет радовать и удивлять жителей Владивостока. Дмитрий Беломестнов, Сергей Тулатиев. Новости на Восьмом.